прошествие вот здесь необыкновенно. Вы знаете, удивительно радостно, потому что здесь начиналась моя карьера. Было столько радости, столько веселого, столько забавного. И потом меня здесь окружали всегда люди, чрезвычайно ко мне хорошо относящиеся. Ну, я в ответ, естественно, их всех любила. И моя партнерка, которая была при мне весь спектакль, она держала меня за юбки, чтобы я не выскочила на сцену раньше времени. Как, я считаю, лучшей балерине легенды века, вот это специально сделано для этого вечера, специально назвали Лепешинская, Ольга Лепешинская. Вот, вот такой вот шикарный, из чистой бронзы сделали вот такую вот Ольгу Лепешинскую. Да, потому что ей столько улановень. А вы, а это вы. Терпеть с собой рядом никого, она была гениальна. Я и остальные, Марина Семенова была такая, как Уланова. Много было общего между ними. А я была ступенечками ниже. Во мне было несколько другое. Во мне был скорее темперамент. Во мне не было красоты. Я была, в общем, довольно простая по виду своего. Thank you.
Я помню два фильма, в общем, ну вот с первых своих шагов, когда еще была в школе, когда участвовали в спектаклях, которые танцевала Ольга Васильевна. Вот ее выход на сцену, это было что-то необыкновенное. Это все, так сказать, как-то сразу забывалось, потому что это был, ну, огонь, пламя, необыкновенная техника, обаяние. Так, в общем, ну, равнодушно на нее нельзя было смотреть. Причем были очень разные роли. И вот, ну, Кити, знаменитая Ольга Васильевна, была Параша в «Медном всаднике». Очень мягкая такая, лиричная, Золушка. Василия Лепешинская, одна из самых знаменитых московских балерин прошлого века. Она была очень-очень виртуозной и очень темпераментной артисткой. Мы видели только записи ее выступлений, к сожалению, немногочисленные, но легенды о том, как она танцевала, как она зажигала публику, как она прыгала в рыбку или крутила фуэте, или кланялась. Я помню, нам в училище всегда рассказывали, вот Ольга Васильевна кланялась так, что... И теперь так уже не кланяется, так уже не танцует. Ольга Васильевна, мы приготовили спектакль «Дон Кихот». В нем станцевали три разные пары. Наши лучшие артисты, прима-балерины и премьера. Надеемся, что достойно отметили 90-летие этой замечательной артистки.